что ж, дорогие девушки, всем привет. Я нахожусь в магазине Winners. Это канадский магазин TJ Maxx, который вы все знаете. В Америке есть магазин TJ Maxx и Marshalls. В Канаде он называется Winners. В общем, он же Marshalls, он же TJ Maxx, он же Гоша, он же Гога. Короче, это один и тот же магазин, одна и та же компания. Единственное, что они все называются у нас почему-то в Канаде, их назвали по-другому. Я уже 1000 раз это говорила, но для тех, кто новенький у меня на канале, и кто не знает, что такое канадский Winners, то если вы любите смотреть примерки из американского магазина TJ Maxx, то это фактически то же самое, только канадская версия. Очень быстро показываю себя. Вот у меня такое платьице из H&M, которое я очень люблю, не очень длинное, босоножки, вот такие разноцветные, ну, шлепанцы на самом деле. Вот это украшение из секонда, которое я показывала на своем канале очень давно. Это не винтаж, но это современное украшение, но очень мне оно нравится, я его очень люблю, часто ношу. У меня сережки под него, это я уже из моих старых запасов какие-то нашла. Так, что я принесла сегодня? У меня совершенно рандомные вещи. Просто вот такие вот примерки смешных, красивых, интересных вещей на лето. Ну, вот этот жакет, пожалуй, скажем, не совсем летний, но будем относиться к нему как на накинуть на вечер. Вот платье, самое дорогое платье, это вот это вот, ой, сейчас, оно у меня улетает. Это платье, я вам его покажу, это платье Bottega Veneta, вот в наших магазинах, $500 оно стоит, в наших магазинах, в этих Виннерсах, оно так плохо висит, непонятно что, но я потом его примерю, оно интересное. В наших вот этих магазинах Winners, так же как в американских TJ Maxx, продаются иногда люксовые вещи по большой скидке. Когда-то их было много, когда-то можно было и Louis Vuitton сумку купить, и Chanel сумку купить, и Gucci можно было купить. В Америке до сих пор можно, во всяком случае в Нью-Йорке, в Манхэттене я в TJ Maxx видела и Gucci, и много чего, и Louis Vuitton, по-моему. У нас-то уже давно ничего нету в Канаде. Вот, поэтому из люксов остались вот только шмотки некоторые, иногда обувь, я вам иногда показываю, снимаю. У меня есть много видео, вот примерки из этого магазина, в котором я показываю, допустим, обувь или сумки, которые здесь когда-то были. Это было, кстати, одно из первых моих видео, которое я снимала. Gucci на сейле или что-то такое, что я показывала вот именно в этом же магазине, значит, сумку Gucci, еще какие-то люксовые вещи. Ну, в общем, все, давайте будем примерять, я много говорю, длинное вступление. Так, я прям начала сразу с этого жакета, потому что он подходит к моему платью. Посмотрите, зелененькое, тут зелененькое, в общем, все, короче, такое в тон. Написано, что он сделан в Италии. Ну, вот знаете, что у нас здесь продаются вот эти вот итальянские вещи, которые, наверное, сшиты в Италии, но где-то подпольно или какие-то, ну, что Италия, как будто бы в Италии шьют только высококачественные вещи. Там полно своего и полно этих каких-то маленьких подпольных компаний и заводиков, наверное, которые шьют всякое барахло. Те же китайцы там полно их, которые шьют одной левой рукой. Но поэтому, потому что качество у него так себе. У нас вот попадаются вот эти итальянские, сделанные в Италии вещи, которые совсем не тянут на Италию, но тем не менее. Он мне мал. Хотя расцветка красивая, ткань интересная. Такой, знаете, немножко гобелен, но он мне маловат, не застегивается, хотя это размер large. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Но выглядит он неплохо в общем и целом. И даже вот не застегивая на мне с этим платьем, прям даже симпатично. Так, стоит он $80. Вообще не такой уж и дешевый. Размер large, видите, написано, что это сделано в Италии. Какое-то вот такое вот название. Флоренция, Луна Аллегра. Вот. Ну, сшит он, мягко говоря, не очень. Я уже когда-то вам показывала, один раз у меня то же самое было. Вот я нашла какой-то пиджак. 87% хлопок, 90% акрил. 4%, ну, в общем, какая-то другая ткань. Ну, он, в принципе, катоновый, хлопковый. Ну, посмотрите, так он, конечно, сшит на какучку, как это называется. Но, видимо, Италия не гарантия того, что вещь будет качественная. А, в принципе, выглядит он симпатично. Расцветка такая интересная. И идея неплохая была. Ну что, начнем сразу с красивенького. Она мне немножко великовата, потому что это экстра ларч, но не критично, в принципе. Ну, так. Ну, свободненько, да. Очень симпатичное платьице, сделанное из шитья, по-моему, хлопок, подкладка, наверное, тоже из хлопка, я потом посмотрю, может и нет.
А может, они из хлопка. Какая-то синтетика, наверное. Ну, неважно. В общем, посмотрим. Стоит оно не очень дорого. Очень красивый лавандовый цвет. Красивая такая ткань. Симпатичное очень вот это шитье. Фасончик платье-парашют, санаторное, как хотите его называйте. Оно не длинное. Вот такое чуть-чуть ниже колена. И очень свободное, приятное платьице. И обалденно красивый цвет. Короче, ничего не поняла про его состав. Стоит оно вот $60, extra large. Сделано оно в Индии. И про состав вообще, видите, оно стоило $150 вот в оригинальном магазине, потому что это outlet, а здесь стоит 60. Так оно стоило 150. Сделано в Индии. Про состав ничего не понятно. На одном языке написано 55% хлопок, на другом языке написано 45% хлопок. Теперь, а все остальное чего, непонятно. Короче, ну это важно. Я думаю, что вот это вот хлопок вверх, вот этот, потому что, как правило, это хлопковая ткань. А подкладка, наверное, нет, потому что она прям даже такая на вид синтетическая такая, видите? Хотя, может, чуть-чуть какой-то хлопок в нем есть. Ну, не важно. Симпатичная платье. Так, еще одно платьице такого же плана. Кстати, что-то оно не в подмышках велико. Вы знаете, вот это оно с рукавом, поэтому оно не в подмышках было нормально. А вот это вот здесь просто оно широкое. А вот здесь, вот это платье, оно мне здесь нормально по ширине. Может быть, это ларч, я думаю. А вот здесь, вот видите, оно мне великовато. Но, в принципе, знаете, очень симпатичное такое классическое такое платьице. Вот на лето, как оно должно быть. Тоже ткань шитье, тоже подкладка. Посмотрю состав. Оно подешевле немножко. Оно, по-моему, стоит $50. Без прикрас и претензий. Хорошая длина. И, в принципе, вот знаете, такое хорошая расцветка. Белая с голубым таким шитьем. Очень симпатичная. И, в общем, фасон без всяких фокусов и штучек. Но при этом симпатичная. Очень даже платьице такое... На лето прям чудесно. Так, значит, само платье 60% хлопок, 40% полиэстер, а подкладка 100% хлопок. Вот такая вот компания называется Joy, не знаю. Так, здесь в Винерсе оно стоит $50, а там сколько стоило, не знаю, нет цены. Размер large, поэтому оно мне чуть-чуть великовато вот в подмышках вот эти вот. А так, в принципе, очень нормально даже. Так сильно не смейтесь только. Но, кстати, я вам хочу сказать, это комбинезон из Зары, между прочим. Как ни странно, он мне не очень длинный, вернее, чуть-чуть длинные штаны, но на каблуке вот в самый раз. Просто у меня шлепанцы, они залезают. А здесь бретельки вот эти, вот их можно регулировать и сделать короче. И тогда оно будет выглядеть более как бы... Он просто здесь небольшой, потому что это размер large. Он, по-моему, хлопковый, стоит $20. Вы знаете, он прикольный, мне нравится. Единственное, что вот цвет вот этот белый, конечно, с ним трудно. И вот тут он мне как-то... А вообще он хорошо сделан. Здесь вот такая резиночка. В общем, здесь как-то пояс вот этот. Так его можно обмотать вокруг себе карманы. Ну что, ничего такой комбинезончик, правда? Зара, Зара, рули. Здесь, кстати, продаются вещи из Зары, из H&M, вот остатки, которые остаются в Заре. А мне даже нравится. Вот вы будете смеяться, но неплохой. Единственное, что я сейчас посмотрела на себя сзади, я вам уже не буду показывать, но сзади он у меня висит, как будто на мне подгузник надет. Вот как-то он мне вроде и не велик сильно, но в то же время вот не очень как-то сзади сидит. Поэтому отметаю. Пока я в нем, я хочу померить вот этот льняной жакет, потому что вот на белые вещи, на какие-то вот такие хорошо, на однотонные, хорошо мерить. Вот такие жакеты. Кстати, очень симпатичный, неплохой жакет. Вот подкладка у него такая в полоску. Единственное, что мне кажется, что он льняной, а подкладка-то похожа синтетическая. В всяком случае, так она выглядит. Ну, я посмотрю потом. Но он неплохой, даже очень такой симпатичный жакетик льняной. Красивого такого тоже цвета лилового. Ой. Сейчас рукава подниму, как всегда, мигрины. Так, вот, симпатичный, да? Неплохой. Вы представляете, он тоже сделан в Италии. Посмотрите, видите? И тоже во Флоренции. Это какие-то у нас есть какие-то эти самые, не знаю, каналы, по которым мы получаем эти вещи. Вот какое-то вот такое вот название компании. Размер medium. Он мне немножко... Сивико.
51 Civic Lab. Он мне немножко маловат. Но это сделано из льна, а подкладка 90% полиэстер, но 10% хлопок. Ну, в общем, опять какая-то левая Италия, которая... А сколько он стоит? $50. Ну, вон написано Италия, все дела. Какая-то левая Италия, но цвет красивый. И лен. Ну, не очень. Медиум не маловато. Так, комбез, между прочим, весь хлопковый. И сам комбинезон, и подкладка. Вот там, видите, он взял с подкладочкой. Здесь заровский. И это размер extra large, поэтому все-таки он невеликоват. Все-таки extra large невеликоват. $20 стоит в Заре. Я думаю, он стоил, ну, долларов 70, наверное, до распродажи. 60. Видите, как он хорошо сделан? Под мышками вот такая вот резинка. И тогда вот здесь вот не оттопыривается, не сильно оттопыривается. Но просто мне размер большой. А так, в принципе, бретельки на вот так вот, которые двигаются. Ну, в общем, такой. Зара. Вот это платье мне по-настоящему нравится. Оно действительно красивое. Просто черное платье. Тоже платье-парашют. Видите? Но оно очень хорошо сидит, хорошо сшито. Оно не из очень дешевых. Вот такой у него рукавчик. Фонарик. И горло вот тоже такое, вот, знаете, как жабо такое. Выпустила я свои буски, чтобы немножко его как бы... приукрасить. Но вообще я вам хочу сказать, что это, по-моему, large размер. Платье классное. Оно, знаете, еще чем хорошо, что оно, как бы его ширина и парашютность начинается от талии. Вот здесь оно довольно такое, не очень большое облегающее вот здесь. А вот к низу, видите, у него есть раз, два, три волана. Очень мне нравится оно. Прямо очень нравится. Что вам сказать? Вот это мне действительно нравится. Оно так хорошо сделано, знаете. Оно и широкое, парашют, и в то же время оно не огромное. И вот эти вот рукавчики придают некий такой шарм, знаете, горло вот это вот. И вот красивый бус повесил, и все. И вы уже нарядная вся из себя. Я даже вот так вам его сниму, чтобы вы видели, насколько оно красивое. Прям очень хорошо на мне сидит. Прямо мне очень нравится. Купить, что ли? Полный шкаф платья, девочки. Некуда носить, некуда уже их вешать. Но вообще мне в последнее время на черное как-то вот пробивает. Вы знаете, я в КОС делала примерки черных платьев. И вот сейчас это летнее, да, но оно очень классное. Прямо вот реально из всего. Все остальное так, абы что. А это вот действительно красивое, очень красивое платье. Очень хорошо сделано. Я не знаю, может вы... Удивитесь, что я такие дифирамбы пою ему, но вот оно сильно мне нравится. Тоже написано, что оно сделано в Италии. Да что ж ты будешь делать с ними, с этими? Прямо итальянский десант у нас какой-то. 100% хлопок. Видите, написано Италия. Написано, что сделано в Италии, стоит $70. $70. Размер large. Вот, размер large. И оно действительно, вот это платье действительно... неплохое. Единственное, что я не очень люблю вот это горло, но оно такое свободненькое здесь. Здесь такая вот эта рукавчик, и вот так вот оно сделано, хлопок. Ну, в общем, симпатично. Так, пожалуйста, не смейтесь. Я заморжусь себе. Оно просто мне велико. Мне надо было взять меньший размер. Кстати, там он был, но я побоялась, что я в него не влезу. Оказалось, что я влезу даже очень. Это дизайнерское платье. Если вы знаете, есть такой бренд Ганни. И оно очень интересное. И сама смотрю, боже, какая бочка. Ой, бочка в пятнышку. Прикольное такое. Оно очень интересно сделано. Я вам потом сниму и покажу. На себе не буду, потому что это просто какой-то ужас. Просто оно мне большое, как это не удивительно, и мне даже очень приятно, что мне что-то большое. Но оно вот таким колом стоит, оно сделано из такой ткани. Видите, сбоку какой-то здесь типа вырез. Оно сделано из такой ткани, очень плотной. И внутри здесь у него вот здесь вот вшита такая большая резинка. И оно имеется в виду, что оно должно быть вот так вот оттопыриваться, потому что здесь такая резинка. Ну, короче, в общем, это что-то дизайнерское, непонятное моему уму и воображению. Сейчас я его сниму и покажу вам. Так, короче, оно все синтетика, но здесь можно было, видите, вот эти бретельки, их можно вот так вот натянуть. Здесь такая петелька.
Можно их сделать короче, а я дурная не заметила. И вот так можно их завязать, и они будут короче. Просто очень длинные бретельки. Значит, это бренд, вот так вот он называется, Ганни. Это довольно известный как бы дизайнерский бренд, хотя все сделано в Китае. И он стоил у них в Ганни 295, вот так, $295. Вот так, вы поняли? И это 44 размер. Я даже не знаю, почему он такой мне большой. 44 европейский. Что-то я размерами опять не догоняю с европейскими. Короче, оно здесь стоит 199, но оно сейчас на сейле 144. Я видела другой размер, висел на сейле 144. Это просто не просканировали еще. И у него, видите, как внутри? У него сделана внутри вот такая вот резинка по всему платью. И спереди, и сзади вот такая вот полоса из таких вот простроченной резинки. Чтобы оно как бы вот здесь вот прилегало, да? А отсюда вот шло вот таким вот колом пышным. Ну, это такая дизайнерская задумка. Я не очень просто ее поняла, потому что я далека от... карманы в нем есть. Далека от дизайнерских задумок, но, во всяком случае, оно оригинальное, необычное. То есть, надо отдать должное, что... Просто размерчик не мой, великовато мне еще. Ну так, платье, которое должно было стать вишенкой на торте, но я не всунула в него свою бренную тушку. Это был самый большой, меня спутало. Вот здесь написано 10 размер. Я думала, что я в него влезу. А это 42-й, наверное, итальянский. В общем, оно маленькое, конечно, совсем. Значит, это платье Bottega Veneta, сделано в Италии. Это платье 2020 года. То есть ему всего-навсего 3 года. Ну, как бы, что там. $500 оно стоит. 100% хлопок. Причем, знаете, что интересно? Этикетка такая, 10 страниц, вот такой, 10 этих таких листиков, на которых много чего написано, как стирать. На всех языках написано, как стирать. На китайском и на арабском огромное написано 100% и какое-то слово, которое я, конечно, не понимаю ни на китайском, ни на арабском. А 100% хлопок, как оказалось, но написано по-английски малюпусенькими буквочками, что я еле нашла. На китайском и на арабском, который я даже примерно не могу, там по-итальянски я могу понять, что хлопок, по-французски могу понять, что значит хлопок, потому что похоже на английское катун, в принципе, похожие слова, но... на арабском и на китайском там какая-то вязь, вот это вот иероглифы, совсем не понимаю. И там прям такими большими буквами написано. А на английском вот такими малюпусенькими, что невозможно найти. Короче, это всегда вечная история. Ну, в общем, оно такое интересное. Посмотрите, у него воротник такой трансформер, который отстегивается, видимо, и можно его убрать, и воротника не будет. Здесь вот эти вот... Это что, карманы? Да... Девочки, фига себе, это карманы. В общем, даже без примерки вы понимаете, что это платье, которое очень необычное. Жалко, конечно, что оно у меня не налезло. Сейчас. Вот, расстегиваем. Расстегнули. Здесь карман. Сюда можно положить деньги. Бутерброд. Я не знаю. Телефон на плечо. Ключи, помаду и кредитные карточки. Никто не вытащит. Вот так вот с плеча вам никто его не вытащит. А так оно, в принципе, обычное платье-халат. И сзади... Ну, вот такое оно, видите, сделано. Как такой рукав отрезной, интересно. Ну, конечно, посмотрите, как оно узенькое. Ну, куда мне? Где были мои глаза? Глаза мои были вот здесь. Я увидела 10 размер и решила, что мне это будет хорошо. Ну, в общем, платье с карманами на плечах. Интересно, с отстегивающимся воротником. А что делать с ним, с этим воротником, если его отстегнуть? Просто чтобы был, просто будет без воротника. Прикольно. Ну, прикольно, ну да, дизайнерское платье, да, с карманами на плечах, конечно. Почему нет? Прикольно. Немножко напоминает такой плащ. Плащ желтый от дождя, правда? Какой-то для рабочих, вот когда они там в дождь, холодно, когда они там что-то чинят на улице с капюшоном, вот такие вот у них плащи такие. Ну все, дорогие друзья, вот такие у нас были примерки, странные, необычные и веселые. Ну как бы это жизнь, да, взяли платье, оно не на вас не влезло, взяли что-то другое, оно вам большое. Вот вы когда ходите в примерочную, вы же так тоже делаете, правда, берете размер примерно на вид свой,
А потом что-то не лезет, что-то хорошо, что-то нет. И это смешно, прикольно и развлекательно. Развлекательный контент. Все. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что я вас развлекла. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Пока-пока-бай.